Это обычный, абсолютно обычный проход. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня я возвращаюсь домой на метро с работы. Вот, выход 8, это мой выход, пора идти домой. Вот, случайный прохожий, здравствуйте, сэр. Какой он неприветливый, этот город, чертов город. Он убивает душу, убивает человеческое общение, доброе, знаете, такое. Когда ты беззаботно всем говоришь привет, когда ты не ждешь ни от кого никакого подвоха. Идешь себе просто домой после того, как ты сделал очень много полезной работы. А какая у меня работа полезная? Я вот записываю летсплей и думаю, что кому-то это нужно, и мир от этого становится лучше. Но я просто в это верю и иду радостный домой. Вот выход 8. Вот дядя снова идет. А, тот же самый дядя. Похож, по крайней мере. В этом городе люди все такие одинаковые. Ну, давайте попробуем, может быть, он приветливый. Приветствую, здравствуйте, сэр. О, смотрите, он хоть и уперся в меня, но он даже не смотрит на меня. Не смотрит. Он не понимает, почему он до сих пор не может пройти дальше. Он не видит меня. Я вообще видимый? Нет. У меня нету ног даже, как будто нету тела. Хотя, если так посмотреть, вот мои ноги. Да, это я. Я и есть этот человек. Блин. На меня плакат так пристально смотрит, а ты не смотришь. Видите, на меня только реклама смотрит в этом чертовом городе. Все от меня что-то хотят, но только не люди. Хотят, чтобы я просто потреблял, потреблял и потреблял. Смотрят камеры на меня. Мы идем. Мы идем сюда. Вот, мы должны сейчас выйти, наконец-таки. Что-то мы не выходим. Какой-то очень такой витиеватый выход номер 8. И снова идет человек. Снова... Видимо, я столкнусь с безразличием в свою сторону. А между прочим, я известный летсплейщик, известный, 5 миллионов подписчиков. Он меня не знает. Не смотрят меня взрослые люди. Ладно, пойдемте, наконец, уже к себе домой. Держитесь левой стороны. Левой стороны? А, чтобы встречающие люди, точнее, люди, идущие навстречу, в меня не утыкались. Как сейчас и происходит. Уже третий раз. Уже четвертый раз. Я и забыл, насколько длинный этот переход, и почему-то здесь лампы такие покосившиеся. Так всегда было? Непонятно. Давайте посмотрим, куда он идет. Сэр, не держите телефон в руке, ведь любой проходящий мимо злоумышленник может внезапно схватить его! Ты не отдал, потому что я предупредил тебя. Как далеко он пойдет? Куда ты идешь? Может быть, мне нужно идти просто с ним? Может быть, мне не в этот выход нужно, а в другой? Например, выход номер 7. Номер один, да, выход номер один. Нам, конечно же, туда. О, встал. Как тебе сообщение пришло? Мы же в туннеле. Тут связи нет ни хрена. Так он и будет стоять. А что там? Какой-то он очень странный. И он идет. Сказали же, держитесь левой стороны. Почему ты идешь четко посерединке? Может быть, у него со зрением не очень. И он использует эту дорожку, наверное, возможно, скорее всего. Ладно, пойдемте дальше. Выход 8. Я теперь понимаю, почему выход 8 называется. Потому что 8 это бесконечность. Это бесконечный проход. Опа, смотрите, 0. В эту сторону. Нам туда и надо. Выход 8. Снова дядя. Сколько можно? Теперь я пройду мимо тебя равнодушно. А, не смотрим, все. Тебя нет для меня, не существуешь. Отлично. Смотрите, а сейчас лампы ровные. Выход 8, и лампы ровно висят. Дядя идет. Черт, у него залысины, как у меня. Я понимаю его. Нам же нужно держаться вместе, мы должны, кто как не мы, друг друга можем понять. Выход 2. Что? Был какой-то щелчок только что. Кто-то щелканул. Сейчас я выгляну. Ага, он не замечает меня. Я сейчас напугаю. Я так его сейчас напугаю. Теперь я выхвачу телефон. Давай. Давай. Ага! Опять этот был щелчок. Телефон я не выхватил. Ладно, давайте просто бежим. Выход 0.
0-1-2, и тут дядя снова идет. Смотрите, эта дверь приоткрыта. Ой-ой-ой-ой-ой! А, тут женщина! Возможно, она застряла, не может открыть дверь. Помогите, мужчина, помогите! Ему на все наплевать. Женщина? Хотя нет, она улыбается. Ладно, пусть улыбается. Я иду дальше. Теперь и мне наплевать на всех. Все, я такой же равнодушный житель большого города, как и они все. Я просто иду. Поникший, сутулый, грустный, печальный. Я хочу домой. Интересно, если я буду идти в ту сторону, там будут куча таких мужиков, которые стоят на месте и смотрят просто в свой телефон? Опять. Опять это было. Выход! Неужели? Наконец-то! Идем домой, да? Темно. Чего? Так, побежали в другую сторону. Нас просто вернуло обратно. Это начало... Не просмотрите различные аномалии. Найдите аномалии, срочно поворачивайте назад. Если вы не находите аномалии, не поворачивайте назад, чтобы выйти из выхода номер 8. Вот! Все это время здесь была инструкция. А чувак, наверное, тоже не может отсюда выйти, потому что он не читает инструкции. Он невнимательный. Хорошо, аномалии. Если будет все в порядке, идем вперед. Если не будет в порядке, не идем вперед. Итак, выход 0. Смотрим. Какая аномалия здесь есть? Никакой аномалии. Все. Так, security камера работает. Хорошо. Здесь никаких аномалий не было. Здесь все еще подсказочка. Я не знаю, то, что этот мужик постоянно здесь, это аномалия. А плакаты? Извините, столкнулся. Идем. Один. Никакой аномалии. Пойдемте дальше. Так, что у нас тут? Никакой гребаной аномалии. И плакаты все нормальные, да? Плакаты все абсолютно нормальные. Хорошо. Но для меня сам этот мужик аномалия. Больше ничего нету. Я его уже воспринимаю как что-то нормальное. Возможно, просто это разные люди, но они все для меня на одно лицо. Вот, смотрите. Опять. Все хорошо. Может быть, есть что-то еще? Нет. Здесь все нормально. Ладно, давайте пойдем назад. Смотрите, выход 3 в эту сторону. Значит, пойдем сюда. Как ты это делаешь? Что происходит здесь, сэр? Вы в порядке? Вы аномалия? Плевать мне на него, я сам хочу выбраться отсюда. А вот то, что первый раз я вот вышел... Это считается? На этот раз все проходы, они абсолютно одинаковые. Смотрите, я как будто бы камера, которая снимает этого мужика. Он такой киношный весь идет. Я делаю красивые подсъемы. Очень красивые подсъемы, смотри. Давайте вместе с ним дойдем. Вместе с ним. Так. Здесь он должен встать. Он встал. Ага. Мы явно возвращаемся. Сейчас нет никаких телепортаций внезапных. Скорее всего, нам не нужно было назад возвращаться. Возможно, это правильный путь.
ноль. Потом, возможно, будет один. О, опять ты. Как это странно. Когда я шел в прошлый раз, там и лампы висели наискосок. Там и тетка смотрела из-за двери. И, возможно, что-то еще происходило, что я даже не заметил. Вот он идет. Вот, аномалия, аномалия. Я иду назад. Какой-то он криповый, когда идет в мерцающих лампах. Давайте в другую сторону пойдем лучше. Вот, смотрите, два. А, да, мы должны пройти все левелы. Вот второй. Такое ощущение, как будто в этот раз чувак смотрел просто тупо на меня. Ты на меня смотришь? Это аномалия. Он всегда меня игнорирует. Но в этот раз он... Он заметил меня, наконец-таки! Меня Евгений зовут, а тебя как? Или он смотрит меня осуждающе? Может быть, я голый? Может быть, я одет как-нибудь? Не знаю, неформально. А он весь такой в рубашечке красивой, в брюк. И он такой смотрит меня, фу, какой юноша. Мог бы выглядеть опрятно, но нет. Так, и он встает. Он всегда смотрит на меня. Но, тем не менее, мы идем правильно. Три. Видите, цифра три. Следующий буч. Я подойду к ним. Это новые люди. Я пойду назад, я понял. Я понял ваш намек. Я иду в другую сторону. Что было? Что? Они телепортнулись ко мне и все? И я рестартнулся? Может быть, надо было сразу уходить, как только я их увидел, нельзя было подходить к ним. Итак, пробуем снова. Ноль. Ничего необычного, человек на меня не смотрит. Идем в эту сторону. Ноль. А? С какого фига? Да! Опять ты смотришь. Бежим срочно назад. Срочно. Один. Ура, мы продвинулись. Итак, нужно 8 левелов пройти. Ой, 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 нет, нет, нет. 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 Я ухожу. Я ухожу. Два! А звук-то оттуда доносится все еще. Это будет третий. Это будет третий. Мы проходим эту игру прямо у вас на глазах, друзья. Хорошо, здесь ничего аномального нет. Третий. А... Правильно? Да, должен быть третий. Сэр? Все хорошо? Сейчас должен быть четвертый. По идее. Четвертый! Угу. Что-то там щелкает. Было бы страшно, если бы чувак внезапно начал вот так двигаться, бежать. Что? Это что за прикол? Это сияние! Это как и в сиянии было! О, это прикольно, мне нравится. Все хорошо. Итак, должен быть пятый. No. Нет! Ноль. Нет! Что произошло? Что я сделал не так? Ноль. Хорошо, вот он идет.
Здесь ничего не происходит. Значит, пошли. Ноль. Я проглядел какую-то аномалию очевидную. Но что такое очевидная аномалия здесь? Плакаты меняются? Я что, должен запоминать все эти плакаты? Или, может быть, вот это? Ну-ка, давайте пойдем в другую сторону. Один, да! Желтая линия. Да, она отличается. Остальное вроде бы все в порядке. Значит, должен быть сейчас два. Блин. Ну а здесь-то что было не так? И сейчас будет ноль. А, вот, ну теперь-то я точно вижу. Да, плакаты тоже, оказывается, меняются. Хорошо, возвращаюсь. Да, один, мы прошли наконец-таки. Скоро мы вернемся домой. И так каждый день, вы не поверите. Каждый гребаный день. Ну вот здесь. Я не помню расположение плакатов. Стоматология... Девушка, собаки, люди, косметика и какой-то диджей. Девушка-диджей, да? Ну все, просрал. Я не знаю, что здесь есть нормальные плакаты, как они должны висеть. Животные, толпа. Да, вроде бы все как... Что если пойти обратно сейчас, прямо сейчас? Идем обратно. Ой, нет. Нет, 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 нет. Это нужно идти прямо. Это должно идти прямо мне, и там мы увидим с вами... Один! Какого черта? Я не понимаю, что не так. Никаких аномалий. Один, хорошо, мы прошли. Патология, девушка, животные, люди. Ага, здесь все правильно. Тогда идем вперед. Наверное. Опять? Почему? Если вы обнаружили аномалии, тут же идите обратно. Прям тут же. Если не нашли, не идите. Это решается прямо сразу. Я зайду. Вот так мы и проиграли свою игру. Смотрим. Здесь расположение плакатов всегда одинаковое. Лампы всегда висят одинаково. Здесь написано «Выход 8». Мужик идет. Любое проявление аномалий тут же должно заставить нас повернуть назад. Как только, допустим, дверь открылась, все, идем. Поэтому не торопимся здесь. Здесь нельзя торопиться, здесь должно быть все аккуратненько. Аккуратненько. Должно быть сейчас точно 100 пудов выход один. Но почему нет? Смотрим отсюда. Девушки, животные, люди, косметика, диджей. Выход 8, выход 8. Мужик идет. Ничего аномального. Выход один. Теперь внимательней. Ага, стоматология, девушка, животные, люди. Ну, кажется, все в порядке. Да! Да, вот это я молодец. Обнаружил. Животные, люди. Все хорошо. Мужик на меня не смотрит. Я этому рад. Ой, у него что-то с лицом. Я обратно. Есть! Жалко, тут нет зума. Аномалия, я сразу обратно, я уже видел, там человек какой-то был. 4, ура! Осторожней, выглядываем. Итак, стоматология, девушка, животные, люди, плакаты все в порядке. Нет двери! Аномалия! Да, 5! Выглядываем с осторожностью. Так быстро шел, это очень неприятно. 6!
Мы сейчас это сделаем! Я спокойно. Все в порядке, кажется. Кажется, мы можем идти. Это обычный, абсолютно обычный проход. Я иду обратно. Блин. Я должен идти обратно. Это же аномалия. Это аномалия. Да, 7. У-у-у. Хорошо. Фу, как это было неприятно сейчас. Я ожидал чего-то супер страшного, потому что, ну, в этой игре не должно... Стоп. Мужик. Плакаты. Все идут как обычно. Двери на месте. Идем спокойно. Мужик идет как обычно. Я иду как обычно. Он на меня не смотрит. Плевать он хотел. Я на него. Так и должно быть. Так и должно быть. Неужели это восьмой? Неужели это восьмой? Чё? Что было-то там? Что? Может быть, еще дверь располагается в другом месте? Между двумя вентиляционными? Может быть, есть перед? Надо посмотреть. Блин, выход ноль. Неужели я первый раз просто случайно прошел игру? 8. Дверь располагается между. Мужик идет себе спокойный. Я тебя понял. Плакаты. Да, и еще то, что на плакатах нарисовано. Надо внимательнее смотреть. Милая девушка, все хорошо. Милые животные. Милый мужчина. Да? Ну да, все нормально. Проходите, сэр. Должно быть сейчас 2. Кажется, я обучаюсь. Что не так в этот раз было? Твою налево. Дверь. Они одинаковые. В замешательстве, Евгений. Конечно же, мы снова приходим к нулевому. Ап! Какого дьявола? Что здесь не так? Телефон. Все в порядке. Кейс. Ладно, мы не смотрим назад. Мы смотрим только вперед. Сейчас чихну. Это нехорошо. 1. Ну, в смысле, 0. Это 0. Может быть, на одном из плакатов должны быть какие-нибудь грустные глаза или животных мучают. Двери всегда располагаются в одном и том же месте. Ну, давайте попробуем еще раз. 1. Хорошо, здесь было все в порядке. Зубик улыбается. Девушка улыбается на плакате. Животные радуются. Значит, здесь должно быть сейчас 2. Стоп. Как только я повернулся назад, произошел щелчок. Нам нужно проверить это снова. Нет, 1. Так щелчок в какой момент происходит? Аномалий 100 пудов нету. Я иду. Ну пропустите меня дальше-то, ё-моё. 2. Ладно. Так. Уходим. 3. Ну, когда очевидная аномалия, так легче гораздо. Пожалуйста, скажи мне, что здесь все так же, как надо. 0! Ну почему? Я что-то не обра... На что-то я не обратил внимания, я не понимаю на что. Плакат не курить, 2 вентиляции, 3 двери. Мужчина на меня не смотрит. 100 пудов должно быть все в порядке, по идее. 2. Угу. Это... Нет, сразу обратно! Меня пугают эти 2 чувака. Выход 8. Не курить. 2 вентиляции, 3 двери. Желтая полоса ровненькая. Все плакаты выглядят обычными. 2 двери. Мужчина. Мы должны пройти. Мы должны пройти дальше. Следующий левел. То как? Хорошо, камера. 1, 2 и 1 справа. 2 слева, 1 справа. Я с ума сойду в этой бесконечной петле. Стоп, держитесь слева. Может быть, нужно слева держаться? Вот левая сторона. Давайте пойдем слева от вот этой полосы. Погодите, этот звук, возможно, означает правильное решение. Держитесь слева. 0. Или наоборот, неправильное. Сейчас звука не было. Я понял. Звук означает сброс. Эта камера светится. Но звука не было. 0.
Окей, теперь звук был. Камера не светится. Окей, это означает, нет аномалий, видимо. Ой, подождите, это огромный человек. Я ухожу. Это мужик огромный. Я даже немножко словил какого-то ужаса внутри, тихого ужаса. Здесь, кажется, обычное все. Но так ли это на самом деле? Наверное, нужно читать. Держитесь слева. Да, двоечка, правильно. Мы молодцы. Камеры в порядке. Мы должны пройти слева от мужика, да, наверное? Почему? Почему сброс был только что? Пойдемте в другую сторону. Черт! А, смотрите, мужик сбросился. Ах, он улыбается. Он, блин, улыбается. Какая жуть. Ладно, один. Столько маленьких деталей. И еще есть какие-то детали, которые я точно не вижу. Держите слева. Ноль и выход. Нет. Это обманка. То есть я тогда не прошел игру. Это просто внезапная аномалия была. Мы можем выйти только когда восьмерка. Лампочка светится на камере. Нельзя. Да. Фух, сообразил. Значит, сначала выходим и просто таки... Ага, смотрим отсюда. А эта лампочка, она должна светиться красным или не должна? Вот справа которая. Важно ли, с какой стороны человек пройдет? Нет, не сброс. Стоп. А щелчок тогда что? Что он означает? О, ладно, идем дальше. Это был щелчок, возможно, означает правильность. Да. Вот здесь. Ждем. Он может улыбаться. У него на лице может быть что-то. Это не сразу проявляется. Ладно. Кажется, было все в порядке. Пожалуйста. Да нет! Да как? Что в этот раз было не так? Я замучаюсь, я умираю. Я думал, эту игру пройду вот так очень быстро. Но оказывается, она говно полное. Вот сейчас. Не было никакого звука. Но нас пропустило вперед. Я не понимаю. Два! Понял, на звук надо вообще не ориентироваться. Это просто какая-то фигня. Это обманывает нас. Плакаты в порядке, все хорошо. Мужик хорошо. Камера хорошо. Но нас сбросило. По каким-то причинам нас все равно сбросило. А! Вот это вот дичь. Это дичь. Возвращаемся в другую сторону. Это дает нам пройти дальше. Ну вот не дай бог, сейчас я просто возьму, пройду дальше и получу опять нулевой. Я получу опять. Я схожу с ума. Нет, бесконечная петля. А, женщина стрёмная на плакате. Ладно, это я увидел. Животные, Зуи, да, все правильно. Проходим вперед, значит. Видимо. Нет! Блуждания, они убивают во мне жизнь. Просто убивают. Давайте попробуем держаться всегда левой стороны. Абсолютно всегда. Ой, смотрите, кто идет снова. Весь такой ряженый. Весь такой... Ой, смотрите, я просто не могу. Такой весь статный. Спина прямая. Носки-то что не одел? Я-то одел носки. Смотрите. Лампочка что-то там клацает. Клац. Будем держаться левой стороны всегда. Нас пропустили дальше. Не заходим за желтую. Никогда в жизни не заходим за желтую. Может быть, в этом вся проблема. Так, плакаты в порядке. Ой, смотрите, кто идет. Снова чувак без носок. А может быть, в этот раз он в носках? Может быть, на это нужно обращать внимание? Нет, он без носок. Значит, если это не аномалия, то я не знаю, что это. Держитесь с левой стороны. Двоечка. Мы, кажется, на правильном пути держимся левой стороны. Почему левая сторона такая ущербная? Меня просто зажали. Видимо, о-хо-хо, идет. Видимо, этот человек, он требует много пространства, да? Он... Ты такой худенький, зачем тебе столько пространства? Ты должен здесь идти. Это не то, что я такой... накачанный. Я такой... Видишь? Ну, наплевать на меня. Он не впечатлен. Возможно, когда он снимет эту рубашку, там будет... Такие бицухи, так,
такие грудаки, такой пресс, что я изничтожусь от зависти. Держись с левой стороны. Продолжаем держаться с левой стороны. Ноль! Почему? Почему ноль? Почему ноль? Может быть, я накричал на него. Может быть, он был в носках, я не посмотрел? Срочная инспекция носков. Нет носков. Или носок. Может быть, надо на залысину тоже обращать внимание. Залысина есть. Это нормальный мужчина. Нормальный мужчина средних лет, как и должно быть. Залысиной. Смотрим еще раз. Носок нет. Залысина есть. Держимся левой стороны. Получаю проход дальше. Двоечка. Носки отсутствуют. Лысина присутствует. В таком случае мы спокойно проходим. Keep left. Ноль. Почему? Я настроен очень серьезно. Я думаю, что нужно смотреть на все надписи. Не курить. Выход 8. Две вентиляции. Камеры. Три двери. Плакаты в порядушке. Мужчина идет, как обычно. Конкурс. Конкурс там написано. Не знаю, что значит конкурс. Стоп. Носки? Нет. Возможно, не должно быть там проблем с носками. Эта игра очень напоминает I'm on observation duty. Можете здесь посмотреть этот видос. Только в 3D. Только от первого лица. Я боюсь, что я в итоге, если и пройду игру, то только наугад. Это ж как будто лицо. Мне не нравится это. Я пойду в ту сторону. Двойка. Пятна. Едва заметные пятна. Оказывается, тоже аномалия. Ну что ты идешь? Ну что ты... Такой он, знаете, он просто держит марку. Спокойно идет. Плакат, плакат, плакат. Я видел. Я видел, что там были страшные глаза. Троечка. Мы так хорошо шли. В тот раз. А сейчас мы идем неплохо. Но хотелось бы идти лучше. Я отсюда не вижу, что там за плакат. Нормальный он или нет. Три двери. Две камеры. Я угарну, если сейчас будет ноль. Четыре. Теперь здесь. А видите, здесь нету этих пятен страшных. В таком случае мы идем и надеемся на пятое. Пять. Еще немножко осталось-то. Совсем чуть-чуть. Немножечко. Раз, два, три, четыре, пять. Не курить. Две камеры. Все постеры выглядят безупречно. Я держусь своей линии. На потолке тоже все хорошо, очень чисто. Мы назад не смотрим. Что, почему? Нет! Ну что здесь было не так? Ну, давай, показывай. Я же дошел до пятерки. Ну, дошел ведь. Обида. Ладно, здесь легко. Ну, не мог же я здесь сейчас что-то пропустить. Телефон в руках, все хорошо. Носки отсутствуют. Это нормально. Security. Конкурс. Пять. Мы прошли до пятой. И видите, уже нам не показываются таблички «Держитесь левой стороны». Надо всегда держаться левой стороны. Ага, ноль. Я ненавижу эту цифру. Это худшая цифра в мире. Ноль. Ну, пожалуйста, ну дальше. Еще вот такие у нас приколы бывают, оказывается. Ладно, здесь признаю, да, я был ненаблюдательным. Может быть, двери с надписями... Может быть, тут все-таки иероглифы неправильно написаны, но как я могу это узнать? Я же не знаю. Если бы я знал, я бы знал. Но я не знаю. Все правильно. Ты... Ага! Как хорошо, что я посмотрел. Нам дают возможность пройти, наконец-таки, дальше. Двойка! Будем надеяться, что... Это правильно. Нет! Плакаты на женщины всякие тут изображены. Стоп! Я видел, глаза только что переместились. Да! Надо так быть внимательным здесь, в этой игре. Но это круто, это очень классно, что игра требует от тебя эксклюзивного внимания. Ни в коем случае нельзя болтать, записывать видосы. Только 100% внимание. Я хочу, чтобы было просто. Покажите очевидные аномалии, и я пойду домой. Смотрите, ручка посередине, это аномалия. Ручка двери посередине, офигеть. Четверка! А мужик такой, небось,
прохождение смотрит, а он исчез. О, пятерка! Я сразу скипнул. Вот это прикольно, мне нравятся такие внезапные скипы. Хорошо, все нормально. Конкорс написано. Дядя такого же размера, как и всегда. Я не знаю, ручки с правой стороны или с левой были всегда? По-моему, с левой стороны. Конкорс? Конкорс. Ты? Чертов плакат. Мужик ушел, мужик ушел. Шесть! Слушайте, кажется... Кажется, я нащупал. Это победная катка, я чувствую это. Это победная катка, я сто пудов в этом уверен. Экзит 8. Дядя идет. Прикольно, если он в следующий раз пойдет лунной походкой назад. Стоп! Эти плакаты не слишком ли огромные? Слушай, это огромные плакаты! Нет! Это гигантские плакаты! 7! Да! Я заметил еще, оказывается, плакаты бывают большими. У-у-у. Так, 7. Неужели мы сейчас дойдем до 8? Будет здорово, если в этот раз мы дойдем все-таки. Плакаты большие. А так сразу и не скажешь. Конкорс? Да. Ручки на месте. Расположение плакатов одно и то же. Как и бывает всегда. Ты? Не моргаешь? Не косишься? Нет, все нормально. Security camera. Operation. Operation. Пожалуйста. 8. Это значит, что мы близки. Может быть, это последнее осталось. Главное не слиться. Ох, как не хочется слиться здесь. Экзит. Камера. Дверь открыта. Это что, мы прошли? 8. Еще одно? Вот ты сволочь какая. Мы это сделаем еще раз. Мы очень наблюдательны стали. Все такое же. Это аномалия. Там был плакат аномальный. Опять 8. Сколько таких 8 я должен победить сейчас? No smoking. 8. Дядя. Конкорс. Видимо, я должен пройти через нормальную 8 без аномалий. Здесь нет... А, есть. Ручки есть? Ручки везде есть. Тогда идем вперед. Есть! Да-д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 а! Пожалуйста! Вы вышли и нашли все аномалии. А как это было здорово! Прекрасная игра, мне очень понравилась. Она азарт пробуждает, она не столько пугает, хоть и есть неприятные моменты. Мне кажется, было бы круче, если было бы больше таких прям жутких, стрёмных моментов, чтобы ты больше думал о страхе, о том, чтобы не испугаться. И пропускал бы из-за этого тоже аномалии. В общем, классная игра, я надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте лайк, пишите комментарии. Не забудьте про все остальные хорроры, которые я проходил. Ссылка на плейлист будет в описании. Стоп, погодите, все аномалии были найдены. Спасибо, что вы... Что теперь? Теперь мы заново будем играть? Да! Ну, в общем, с вами был Юджин, и всем 5!